Дружні відносини між містами, атомниками, Енергодаром та Славутичем існують давно. А війна тільки зміцніла. Пам'ятаєте, у квітні на центральній площі Славутича пройшов мітинг на підтримку Енергодара. Енергодар – це Україна! І хай чує весь світ! Енергодар – це Україна! Дякую, друзі! Слава Україні! А зовсім недавно мер Енергодару приїжджав у Славутичі, керівництво наших міст домовились про допомогу в розміщенні евакуйованих енергодарців. А цього тижня перші переселенці з Енергодару вже оселились у нашій лікарні. Ми зустрілись з багатодітною родиною Юлії і Жені Хворостенка та їхніми трьома дітьми. І вони розповіли нам історію свого життя під час окупації Енергодара. Яй-яй-яй-яй-яй. Ну, мы выходили в 7 часов утра, допустим, хлеба купить и молока. Домой приходили. С наступлением расистов. Да, с наступлением расистов. С наступлением расистов. Приходили после обеда. Очереди безумные. Продовольствия не хватало. Цены безумные стали. То есть, как бы наш мэр не пытался доставить нам гум-конвой, чтобы были продукты питания, все, они все отбирали. Все не доезжало. Воровали у нас людей. Минировали леса. У нас. Mm-hmm. То есть они себя чувствовали как дома. Они выезжали, мы выходим, допустим, хлеба купить или еще что-нибудь. Mm-hmm. Они ездят, осматривают город, они ездят как у себя дома. То есть. Даже купить было невозможно, да. Потому что стало все только за наличку можно было купить. Карточка рассчитаться нельзя. Чтобы обналичить деньги с карточки, началось, если ты хочешь обналичиться, сначала 20% снимают, ну берут, потом 30%, потом уже до 40% дошло. Просто невозможно. Даже потом продукты было тяжело найти, не то, что там купить. Уже решили обналичиваться и по 30%, но все равно тяжело было все найти. Люди, которые привозили сел, там продавали продукты, ну вот картошка, там яйца, творог, они у них проценты за это брали, бешеные проценты. То есть она выезжала, она себе ничего не зарабатывала. Она большинство отдавала денег оркам. Нет, то есть это было очень тяжело, очень сложно. Ну, допустим, дрожжи, там мы в апреле покупали килограмм дрождей. 350 гривен. Килограмм сахара стоил 60 гривен. Конфеты. Макароны 60 гривен. Макароны, сахар, да. Масло 120 гривен. 120. Пачка соды 60-65 гривен. Это опять же штука. Все за наличные деньги. Карточкой ты не рассчитаешь. Конфеты, чтобы детям купить. Дюшес, там, барбарис 350 гривен килограмм стоил. Это все наличка. Это все. Единственное, что у нас было, да, овощи дешевле, потому что у нас села рядом. Життя оставалось нестерпным и небезпечным, особенно для детей. 22-го года. Нахожусь в здании музыкальной школы, стена которой посечена. Как вы слышите, продолжаются взрывы. И они на початку лета выехали до Запорожья. Сколько сложно было выехать? Очень сложно, потому что я когда была дома, у нас дом находится возле блокпоста, и постирала белье и видела, что они уже ходят за нашим лесом. Ну, у нас дом, и за домом сразу лес. Я сказала, что мы будем выезжать. Но так как я работник такси, просто-напросто, нам немножко повезло. Наш таксист Бабков Евгений, он вывозил, я ему написала лично. Мы выезжали на маршрутке Богдан. Ну, мы узнали в 00:30 ночи, что нас вывезут. На 8 утра надо собраться, быть в определенном месте. Мы за ночь собрались и выехали. Ехали мы. 11:30 часов мы ехали через Токмак. Каменское было размыто, нас, да. Там же блокпосты были. Больше 20 постов, больше только 20. Пророссийские было. Вот эти. Да, и на каждом посте выйди, покажи телефон, разденься, покажи паспорт, почему ты едешь, покажи наколки и все это. Смотрит паспорт, потом даже минут 5 смотрит, читает, потом, а что тут написано? Он даже прочитать не может по-украинскому, что там написано. А делает вид, что он там грамотно что-то смотрит, понимает. Телефон вон в карман его положили, смотрели телефоны, досматривали, заставляли телефон выключить. А что у них в телефоне ищут? Какие-то патриотические песни, лозунги, телефоны? У меня даже в телефоне нашел фотографию, там где я просто мы с мужиками в гараже жарили шашлык, а я был в камуфляжном кителе. И мне один человек, ну один из их на посту говорит,
Терри туда ли эту фотографию, потому что на следующем посту тебе, говорит, просто приколебаются из-за этой фотографии, что ты... Так я же, говорю, тут же видно, что мы жарим шашлык, я просто в кителе, не в форме, ничего. Они ищут военных, всех вот патриотов ищут, военных ищут. Вот меня такой, выводили, женщин выводили на одном блокпосту, заставляли снимать кофты, они смотрели татуировки, щупали пальцы, руки щупали. Пальцы проверяли на присутствие мозоли, наверное, типа снайпер, да, или не снайпер. Может, да, мальчик, он с нами ехал 19 лет, а мы, я не помню, какое село, потому что вот так вот все кругом танки, мины мы эти все видели обложенные, и мальчик зашел, чеченец, я так понимаю, но не... Бурят, похоже, что-то типа такого. Ну да, что типа такого, русский с бурятом, но не чисто русский. Посмотрел, разойдитесь все. Посмотрел по ногам, ты выходи. Парень взял типа призывного возраста. Вон, гляньте, какой, говорит, хороший. Сейчас будешь с автоматом с нами уже здесь стоять за нашу, ну, типа за нашу территорию. Да. Понятно. Никто не спрашивает, хочешь ты, не хочешь, просто... Да. Да. Никто ничего не спрашивает. Досматривают. Нет, ну... А второй, когда мы ехали, просто проезжает российская. Мы уже нас на посту пропустили, проезжают нам навстречу. Но они же, русские вот эти уже, останавливают автобус. Да парня, говорит, хватает, говорит, бери сумку, выходи. Пошел его, начал проверять. Говорит, дай носки. Парень ему говорит, просто, говорит, дай мне носки, говорит, у меня носков. Тот говорит, нет, не дам носков. Он говорит, пойдешь сейчас служить, говорит, не пойду. Там что случилось, не знаю, но он отпустил парня, и парень поехал с нами дальше. А так даже носки у него хотел забрать. У меня, говорит, нету носков. Вот такие вот. Ясно. То есть уровень армии вы побачили? Да. Ну да, наша армия намного отличается. Наши намного мальчики лучше. И как когда бы... уже добрались до нашей территории, да, когда до нашей территории, заметно сразу уже. Сразу было все весь видно. Весь автобус в слезах, слава Украине, и все такое пошло, да. Да, нас ждали, мы приехали уже, когда наш блокпост, Энергодар, мы, да, Энергодар, нас ждали, все, зашли, все спокойно, ни у кого ничего не забрали. Нам повезло, наверное, просто, что начало было. Ну, только, да, нет, все хорошо, и мы поехали, в Запорожье нас встретили, все, и мы жили уже не на имама, просто в Запорожье, да, потом обстрел Запорожья начался. А останним часом обстрелы Запорожья значно почастишило. Очень плотно, да, потому что я был в Запорожье, мы тоже там, пока сделали документы, пока жена приехала с Польши, вернулась, здесь было тихо изначально. Вернулась сюда, я уже здесь устроился полностью на новую работу, пошел работать на строй компанию. Поехал, было здесь, недалеко от Киева, Яготинь город называется, я работал там строителем. Жена звонит последние две недели, говорит, невозможно находиться, не спать, потому что уже ну, сильно часто взрывы, атаки. Ну, их стабильно. Я приехал с Яготиня, собрали мы детей, жена нашла в группе, опять же, как выехать сюда на Славутич. Все, мы так же самое. За день мы собрали вещи, передали новой почтой сюда, то, что смогли быстренько передать. И на следующий день мы выехали сами. Опять же, первый день, как мы только приехали на эпицентр, там, где нас должны были эвакуировать, 30 числа, мы только выходим с машины, сразу пошли взрывы. Нас быстренько все кричат, бегите сюда, в посадку, мы все в окоп с детьми. Там переждали обстрел, с эпицентра нас эвакуировали быстро автобусом на Казак-Палат Запорожье. И оттуда мы уже ближе к обеду только выехали. И потом уже по новостям прочитали, сколько погибших попало в колонну, сколько вот это, что было возле авторынка на трассе. Это мы в этот день мы выезжали. Да, они стреляют с С-300, и у них есть система обстрела. Вот я уже звонила, мужа не было. Это начинается, если не в 12:30 ночи не началось, значит в 12:30. Если не в 12:30, в 1:30. Такое ощущение, что они там бухают просто-напросто. Ну, и, ну, у них... и люди сколько приезжают, тут вот у меня с Васильевского района, там тоже человек, что мы работали уже на стройке, тоже говорит, они между собой там перестреливаются, он в Васильевке жил. Говорит, бухают полночи, потом, говорит, пошли там друг на друга с ножами, кто лучше стреляет, и там у них творится на чудеса страшные. Да, и утром стабильность тоже есть, с 4:30, 8, 9, если не будет в 4:30, значит будет 8 или 9. Как по будильнику. Да, у них все как по расписанию. Мы с детьми были на Анголенко на рынке, покупали, ну, костюмчики, такое, обувь на осень, потому что с Энергодара они запретили, мы что успели, это вот зимний костюм передать сыну. То есть они ограничивают по вещам, да? Вообще уже не пропускают. Мы раньше как-то, наши знакомые, там, мама моя осталась, бабушка с дедушкой, они
писали, какие лекарства купить надо. Мы покупали в аптеках и передавали их, там, продукты, лекарства знакомым, все, потому что там цены, ну, я вот не помню, как лекарства, ну, короче, вот на соль капли в нос стоят 200 гривен. Мы здесь покупали, потом другие лекарства, там, для вены, ну, вот такое вот все, жаропонижающее очень дорого. Кума вообще сказала, что в аптеках очень много просроченных лекарств они привезли, которые срок годности уходят, и они их продают. Поставок, ну, нет, нету. Мы передавали, и вот эта последняя наша посылка получилась у нас в квартиру нашу, они залезли, у меня брат служит. Они залезли в нашу квартиру, вынесли вещи, которые им нравятся. Искали, как сказали, какое-то ружье непонятное. Ну, это понятно. Мы проходили через это, они у нас были только один день, но все словечания это запомнили очень хорошо. Да, еще так культурно соседка вышла, а что вы, а у вас ключей случайно не будет, чтобы мы дверь не ломали? Она такая, нет, не будет. Они, ну, у меня мама, тетя Люда говорит, в селе, да. Она приедет вечером, потому что бабушки с дедушкой поехали. Они взломали, раскурочили все, все поподымали, все повытаскивали. Мама приехала, ну, половину детских вещей мы найти не можем вообще. Мама приехала собирать посылку, то, что она увидела, но положила, да. Что им по размеру подошло, что им по размеру подошло, да, они позабирали, что такое, что нужно технике, было, да. По технике, ноутбук, все, то, что, да, там. Ноутбук, микроволновка, все это забрано, туалеты, воздушки раскурочены, на память оставили ломик, спички нам в туалете. Как вам Славутич встретил? Ой, вам, Славутич, очень большое спасибо, мы с волонтерами добирались, мы должны были ехать на Киев, потом с Киева на Чернигов, и с Чернигова на Славутич, но нам так повезло, что волонтеры ехали на Чернигов. Они нас привезли на Чернигов. Военные, мы объяснили ситуацию, что мы позже выехали. Военные молодцы. Водитель, да, сам водитель, который волонтер, который нас вез, он сам пытался договориться с таксистами, чтобы нас привезли сюда, потому что по времени было поздно. Таксисты не соглашались, потому что комендантский час. Мы, говорит, сюда у вас привезем, говорит, с радостью. Но, говорит, обратно мы уже по времени не успеем. Придется, говорит, ночевать здесь, так что извините. Сам водитель подошел, говорит, две машины военных стояло. Ну, подошел, говорит, ребята, говорит, мы так, мы, говорит, едем, говорит, сами сюда, в Славутич. И военные нас с радостью привезли сюда. Да, привезли, все, помогли, мы выгрузились. Все, нас встретили, нас привели в палату. В палате уже чайничек стоял, печенька, ну, чашка. У вас? Вот у меня дома холоднее, скажу. Да, включили отопление, все. Сделали отопление, сделали горячую воду, все, да, уже все, отлично. Валентина Николаевна очень хорошо. Волонтеры очень помогают. Да, очень помогают, да, с мебелью там, все. Все, не этот, игрушки, она все, да, не пытается. Для детей все. Для детей, да, игрушки, говорит, я все, говорит, а мы, говорю, как бы, мы ж одни пока мест только приехали, еще ж будут люди приезжать. Нет, это она все помогает, Валентина Николаевна молодец, не этот, вам огромное спасибо, что и отопление, и детки у нас не мерзнут, потому что мы с дороги, да, мы приехали. Не, ну понятно, нет, да, такое, нет, это отлично. Мы, правда, не успели у вас еще нигде побывать, потому что у вас дожди шли. Город небольшой, поверьте, вы быстро выйдете. Уже половину обошли пока, да, пока там документы делали, да. Сегодня школу, сейчас пойдем. Сейчас пойдем в школу, у вас же школа работает, а мы ж с февраля месяца... Не одна, а четыре и один лицей, так что у нас тут с образованием... Мы с февраля дома. Дома мы в садике сейчас оформим, в школу, у детей хоть... Просто в Энергодаре Ксения у нас вокалом занималась, легкая атлетика, Анечка гимнастика и хореография, Даня в садик ходил. То есть у нас была жизнь налажена. Да. Нет, сейчас мы ее будем заново. Восстанавливать. Да. Це не питання, все працює, і дитяча школа мистецтв є, і чотири школи, і спортивні секції. Ми їхали за дітей, тому що Даня у нас, коли вже обстріл Запорожжя, вот, участився вже все. Даня, вот, навіть ми тут, вже тишина, він засипає, починає накривати, якщо боїться, накривати себе одеялом. Аня з Ксюшею взагалі діалоги ночі почали вести, вони розмовляють після всього цього. Ми їхали, ми як дорослі, ми там можемо і перебитися, і все. Сами себе объяснить, да, ситуацию, да. А детям я не могу объяснить. Допустим, мы приехали, и тут, ну, где-то что-то упало. Аня уже, мама, опять взрывы. Я говорю, не-не-не, говорю, здесь такого нету. Они еще не могут привыкнуть к тому, что у вас тревог. Они есть, но они очень редко. А в Запорожье тревога за тревогой. Энергодар так же самое, взрывы, все. Они к этому еще не могут привыкнуть. Они еще
вот за эти 3-4 дня они еще там находятся. Поэтому мы ехали ради деток, чтобы была тишина, спокойствие было, чтобы они могли учиться. Все-таки лучше будут объяснять учителя, чем я по онлайну. Садик, ему развиваться надо, муж может быть на работу устроиться. Как бы это, ну, совсем другое. Хочется, чтобы они не видели этого всего. Это тяжело, для меня тяжело было тоже, а для детей это еще тяжелее. Им никак нельзя объяснить. Ну, насколько я знаю, еще будут энергодатцы приезжать. Так, или вы не в курсе? Нет, относительно того, что мы... Слышали, мы с одной семьей ехали. Но просто мы, когда эвакуировались, вот 30 вересня, мы заехали первые. Просто с нами даже ехала семья. Да. Но началась повітряна тривога. Нам сказали покинути приміщення. Ми покинули і підійшли до автобуса. І вони сказали, да, ми їдемо на Київ. Ми сіли і поїхали. Де сім'я, ну, як кажуть, вроде, як вони як простили, будут трошки пізніше. Ми приїхали самі перші, бо ми вже... Вона ко мені підходила, говорила, ви будете евакуюватися, якщо там не буде автобуса? Я говорю, ми будемо стояти, чекати до останнього, якщо ні, говорю, підемо на ЖД вокзал, будемо їхати, ну, тому що це вже С-300, я брат воєнний, він говорить, Юль, ти розумієш, що таке С-300? Вони летять в різні сторони, говорить, вони бувають різні. Вони танки, артилерію, ну, танки, вони стріляють, і ти от кожну ніч там, ми телевізор не виключали взагалі, ми ставили на громкость його, не виключали, тому що телевізор хотя бы немножко перебивал звук. Поэтому мы первые получились, как первые открыватели у вас. А старшей доньки Ксения, это Аня, протягом нашей разговоры сидела мовчки. Аня, Ксюша, не жалко было уезжать из Анагода? Жалко. Жалко очень. Да. Вы уже просто привыкли там жить, да? Привыкли, да, мы там всю жизнь. И привыкли там жить, потому что там все свое. Ну, да. Ну, а вот когда в Запорожье приехали, уже было как-то все по-другому, да? Да. Да. А в Славутиче? А в Славутиче тоже хорошо. Откуда вы знаете? Вот папа с мамой говорят, что вы еще нигде не... Я с папой прогуливалась. А, прогуливалась? Да. А я еще не прогуливалась. Угу. С мамой. Ну, по крайней мере, здесь точно тихо, да? Да. Ну, тревоги были, но взрывов-то не было. Угу. Взрывов нет, это точно. И все здания целые тоже. Сейчас постучу. Я каждый раз стучу, когда говорю это, потому что... А, смотрите, вы куда-то будете устраиваться? Я так понимаю, что вы занимались гимнастикой? Кто-то она есть? Гимнастикой, я вокалом. А вокал? Ну, я, если будет в школе вокал, то я пойду на него. Есть. Детская школа искусств есть. И совсем недавно был концерт. Так что, думаю, что тебя там чекают. Что вы можете рассказать вот славучанам, ну, детям славучи, вашим сверстникам, относительно того, что там происходило в вашем родном городе? Там было очень подъезд. Много взрывов, очень за тревогой. Угу. Взрывы, да, ходили вот эти вот военные, да. Ну, ходили и все время боялись. Вот когда еще вот они только заходили, у нас были под окнами, ходили с автоматами, стреляли. Угу. Вот это вот было очень страшно. Ну, то есть на улицу, в принципе, было выходить страшно, я так понимаю. Да. Понятно. Там они ходят. Нет. Мама поэтому нас не отпускала никогда на улицу. Угу. То есть вы дома все время сидели? А по школе соскучились? Да. Да. А вы отличники вообще или... Не сильно. Не сильно. Найгучнішим був молодший брат Даня, тільки розмовляв зі своєю улюбленою іграшкою. Динозаврами. Динозаврами. І машинками всякими, і роботами. Ага, ну, понятно. Да, он любит мультики, ам-ням, динозавров, про Т-рекса, про машинки. Ну, понятно. Он еще маленький. Друзям та знайомим іноді телефонують. В Енергодарі дізнаються сумні новини про викрадання людей, побиття та пограбування квартир рашистами. Сфарували учительницю у нас, це учительниця 5-ї школи, яка, я не знаю, допустим, де особові справи моїх дітей знаходяться. Ну, это учительница, которая 8 класса забрала особые справы собі додому, сховала їх дітей. О, теперь не знают, які діти, где что, і действительно її забрали, все. Ми в групах же ж сидим, ми підтримуємо друг друга. Енергодар очень ждет освобождения, все ждут. І пишуть мальчики, которые не успевают там где-то что-то обнулить. Вот молодому человеку в Кам'янці отбили почки.
просто за то, что он патриот Украины, что он живет за СУ наше. Они бьют. У нас много парней молодых попропадало. Это очень страшно. И вот знакомая, которая, допустим, у меня кума собралась выезжать, у нее сыну 20 лет. Они простояли на блокпосту в Васильевке, развернулись и уехали. Говорят, нас не выпускают. Говорит, я ж не могу оставить своего сына, а младшего с собой, да, младшего с собой забрать. Говорит, я сижу уже здесь. Очень все страшно. Мы живем два дома рядом на блокпосту. Она говорит, блокпост обстреливается. Леса они все наши спалили. Их нету. Вот это лес остался у нас за домом возле блокпоста. Больше их нет. Все погорело. Конечно, есть надежда, что вы действительно вернетесь. И мы к вам в гости приедем. Обязательно приезжайте. Конечно, конечно, обязательно приезжайте. Ну, я вообще надеюсь, что я к Новому году я буду дома. Ну, от чого там ні. Оптимістично. Да. Так, діти теж вірять в це, так? Да? Да. А діти були оптимістичніші. Віриш раніше? Да. Тобто Деда Мороза будемо чекати в Енергодарі. Так. Да. Тим домовились, що обов'язково зустрінемось в Енергодарі. Да. Ні, може ми ще і здесь встретимося? Ну, в Енергодарі точно, так? Да? Так. Да. Обов'язково. Да. Домовились. Дякую вам. Помагали, помагали. Слава Україні!